парке имени Пушкина, станице Сиверской, прошло одно из самых долгожданных для многих жителей района событий осени. Пятый год подряд, в День народного единства, здесь проводят традиционный легкоатлетический забег. Сегодня станица Сиверская в очередной раз проходит открытое первенство Сиверского района по легкой атлетике «Самовар». Оно в этом году стало юбилейным. Погода нас радует сегодня, отличное настроение участников. Зарегистрировалось на забег около 200 человек, причем 120 из них – дети. Это не только жители Сиверского района, но и гости из Горячего Ключа, Новороссийска, Анапы и Краснодара. Бегунам от 14 лет нужно было преодолеть дистанцию в 4 километра, а детям всего один. Аккуратно, не достанем. Участникам и зрителям мероприятия были обеспечены не только яркие эмоции, но и горячий ароматный чай с угощениями. На центральной аллее вовсю дымил медный символ соревнований, объединяющий всех, кто пришел побегать, пообщаться и насладиться на удивление теплым ноябрьским днем. Работали интерактивные тематические площадки, мастер-классы и яркая анимационная программа для детей – диджейский сет. Перед подведением итогов забега провели розыгрыш призов от многочисленных спонсоров мероприятия. В том числе кружки и футболки, портативные аккумуляторы и музыкальные колонки получили победители лотереи от ежегодных спонсоров «Самовара», сервисного центра «Программист» и «Радио Джем». Призами отметили также самого юного участника забега, 5-летнего Рому Мащенко, и самого старшего бегуна, 66-летнего Владимира Хлебникова. Лучших легкоатлетов в каждой возрастной категории наградили дипломами и подарками. Но независимо от результатов забега, все, кто пришел на «Самовар», получили гораздо больше. Максимум тепла, ярких эмоций и прекрасного настроения.